1 февраля 2020 года меняются схемы движения муниципальных автобусных маршрутов города Чебоксары, номер 5, 35 и 41. Изменения в администрации внесли по пожеланию инициативных групп граждан в районах города. Автобусный маршрут номер 5 будет доезжать до машиностроительного техникума по проспекту Тракторостроителей, улица Баумана, улица Ленинского комсомола до конечной остановки. 35-й продлевается до конечной остановки общественного транспорта микрорайона Солнечный. 41-й теперь будет доезжать по проспекту Тракторостроителей до кольца машиностроительного техникума.